Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-Пуки. Опа. Как сфоткать так, чтобы оно выглядело получше, чем есть на самом деле. Все ваши оскорбления будут восприниматься как зависть моим мускулам. Все. А, нет, ракурс не очень, пену видно. Главное, чтоб пена, сука, в кадр не влезла. Это только секретка, сразу говорю. Вот такой вот я сегодня. Новинка, да. Вот такой, смотря. Во. Ну и чё ты скажешь, ты пола? Ты против этой машины попрёшь или чё? И что ты попрёшь против этой техники, да? Ты дура. Ну и чё скажешь, чё смешного, Глэки? Чё смеёмся? Чё тут смешного сейчас показывается, ёпть? Ну и чё? Чё такое? Ну, твои действия, когда ты вот эту машину перед собой увидишь, ну? Давай, давай, скажи по факту, блядь. Это страх каждого школьника. Вот, то есть, ну, каждый школьник боится увидеть это тело. То есть, понимаешь, каждый школьник боится обернуться, чтобы там сзади стояло вот это, да. Если кому-то там, девочкам, ну, я возбуждение произвел этим фото, то прошу прощения за то, что вы намокли. Вот это ваш страх стоит, да. Здравствуй, деда. Давно хотел спросить, а за сколько можно побывать в твоем пожилом туннеле своим великаном? А? У тебя другие трусы есть. Есть у меня разные. Я просто красный одеваю, так как у меня жопа кровит, там черяк у меня на жопе. Чтоб не было крови видно на других, я красный одеваю, чтобы все воедино сливалось. Какие-то вопросы или что, сука? Я крабиком встал, и мне похуй, я тебе еще раз повторяю. Ну я понял, ничего другого ожидать бы и не стоило, бля, чучело. Понятно. Вы точно хотите удалить с этого компьютера? А нахуй ты меня скукожил, меня тут сделал, что я там ларахит ебаный. А? Ой, конченое, сука, создание, блядь. Дурачки вы там все, не лечитесь. Смейтесь, дурачки. С туннеля. Это вообще-то не туннель, это метро. Метро делает, тут это метро дырка. Метро — это вершина айсберга подземного, чтоб ты понимал, понял? Во многих городах, в которых есть метро, есть станции, на которых ты никогда не будешь. Запомни мое слово. Вот тебе, пожалуйста. Это бан у ёбича кончен. Вот это бан. Это я только понял. Это Pixel Battle год или два назад. Это что значит, дурачок тупорылый? Это как вообще понять, что это здесь? Быть лысым — это позорно, но это мой вообще-то в телекарточке пост, это я сделал, да. И при чем здесь вообще это? Нахуй ты мое лицо на хуйло лысое прикрепила. Я тут про что вообще? Что лысый? Ля, сука. Да, пенч ебаный. При чем тут пена вообще? Нахуя ебальник пена на моем накачанном теле, скажи мне. Ну вас нахуй. Вот это нормальный человек, по-вашему, делает. Это ж конченый человек. Я хочу пиццу. Я хочу безумно кусочек пиццы. Ты мне дашь кусочек пиццы?
Я только что вылез из-под стола. Идите нахуй со своим ВКонтакте, этим, блядь, фотолупами вашими, баны.